Can Azerbaycan'la birlikte bölgesel barış ve refahı inşa etmek için... Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения нормализации отношений. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в своем выступлении в парламенте страны. «Все шаги по нормализации отношений будем делать только с Азербайджаном», сказал глава МИД Турции. Также Чавушоглу объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном. В свою очередь, Армения приветствует заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о назначении специального представителя для урегулирования отношений с Ереваном и назначит своего спецпредставителя для начала диалога. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Армения, как всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что зафиксировано в программе правительства Армении. В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, подтверждаем, что армянская сторона назначит специального представителя для начала диалога, отметил он. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.